И последнее. Сегодня дан старт обратному отчету времени до начала зимних Олимпийских игр в Сочи, первых в истории современной России. Церемония открытия Олимпиады 2014 года состоится ровно через год, а на официальном сайте состязаний в скором времени можно будет приобрести билеты на все запланированные спортивные мероприятия. Причем сделать это довольно просто. Достаточно посетить портал sochi2014.com, кликнуть по вкладке «Билеты» в самом верху страницы, зарегистрироваться, выбрать состязание и оплатить заказ. Приобрести билеты можно как на соревнования олимпийские, так и на параолимпийские. В общем счете это 20 дисциплин. Сейчас Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи открыл продажу билетов на одно из тестовых предолимпийских соревнований – этап Кубка мира по биатлону. Продажи билетов на основные соревнования начнутся в феврале, но точная дата пока неизвестна.